Чтобы вернуть себе молодость, женщины готовы на многое. Сегодня мы расскажем о процедурах, которые помогают эффективно, а главное, безопасно решать различные эстетические проблемы. В клинике появился уникальный лазер, позволяющий проводить омолаживающие процедуры, сравнимые по своей эффективности с пластической операцией. За счет чего достигается эффект омоложения? Мы стимулируем регенерацию клеток, поэтому молодых клеток становится много, и они синтезируют вещества, свойственные молодой коже, такие как коллаген, эластин, гиалуроновая кислота. Вследствие расправляются морщины, улучшается контур овала лица. Кроме того, этот чудо-лазер позволяет бороться с сосудистыми звездочками. Лазер склеивает стенки сосуда, в итоге мелкие сосуды исчезают бесследно, а крупные становятся значительно меньше. Еще одна проблема с кожей, с которой мы сталкиваемся, особенно после отпуска в солнечной стране, – пигментные пятна. Для решения этой проблемы используется специальный фракционный лазер. Он позволяет с минимальным реабилитационным периодом воздействовать на все слои кожи. А для чего еще такой лазер подходит? Хорошо позволяет устранить рубцы, растяжки любого срока давности, гиперпигментацию кожи, мелкие морщинки на лице. Чтобы в 50 выглядеть на 35, пластические операции не нужны. С помощью лазера Фотона и Фраксель ваша кожа засияет молодостью. Специалисты клиники эстетической медицины «Триумф» готовы предложить вам эффективные омолаживающие лазерные процедуры. Результат вы увидите в своем зеркале. «Триумф», Карла Маркса, 14.